Итак, всем привет! Вы на канале Умный Кот ТВ, с вами Макс. И сегодня мы снова продолжаем играть в Project Zomboid. Остановились мы на том, что мы наконец-таки выпили воды, нашли домик и начали тут жить, проживать и горе не знать. На нас напал целый один зомби за серию. Мы увидели только его за целую серию. Это было отлично. Вон еще кровяка после него. Ну, это не было отлично, что мы его увидели, но отлично было, что только одного увидели. Да, скажем так. И сейчас мы направимся за провизией. Да, вот. Мы направимся вниз. А дальше я буду знать, что нужно пробежать по дороге вверх. Или же мы не направимся вниз. Мы вот как-то вот тут вот перелезем. Не, мы не перелезем. Так, вот просто тут два зомби. Они мне как-то мешают немножечко. Ладно, давайте забьем одного. Постараемся его забить. Вот. Отличненько. А, он идет сюда. Не, ладно. Все-таки я буду чистить свою территорию от зомби. Она моя территория. Так что, брысь от меня. Во, отлично. Нам повезло, друзья. Так, он хочет воды. У меня где-то была бутылка с водой. Вот мы выпили воды. А, не. Да, мы выпили воды. А, не, мы ее опустошили. Граб. Это выпить воды. Нет. Ну, короче, поставим ее вот сюда вот. Он будет пить воду сам. Я знаю, что это автоматизировано, хотя бы это. И так что пусть стоят бутылки, значит, там. Мы просто сменим на вот так вот рюкзак, и все будет ложиться нам туда. Вот, друзья, тут умирали зомби, то есть кто-то их убивал. Значит, это нам только в плюс. Он уменьшил количество этих зомбарей. Так, мы попытаемся сейчас открыть окно. Нам бы не помешало прокачаться немножко. Ну, подкачаться, да. Так как мы не можем открыть окно довольно быстро. Нам нужно постараться, чтобы открыть его. Так, вот это вот заберем. Кто-то куда-то долбится. Ой-ой-ой-ой! Так, это мне не понравилось. Да, друзья, это мне совсем не понравилось. Я бы вошел сейчас, но... Вон они, значит, они прямо здесь, значит, можно войти и выйти. Вот, оттолкнем его. Все, и иди к нам. Видите, мы не можем посмотреть, что там внутри. Вот. Сейчас мы ему как вмажем. Вот, все. Минус один. Ой-ой-ой-ой-ой! Я разбил окно, сваливаем отсюда. О, этот зомби погнался за нами. Сейчас мы его вырубим.
Я ведь прав? Да, мы его вырубили. С одного удара вы представляете. Ну, не с первого, конечно, но с одного удара вот так вот. Кляться, мы его вырубили. А проблема в том, что когда мы его тогда били, мы раздолбали окно. Это могли услышать зомби, но я не вижу от них большой реакции, так что давайте по бырику отсюда все уберем. Он испугался. Чего он испугался? Он испугался того, что в окне. Скорее всего, тут кто-то был или мы были. Так, нет. Все. Все, окей. Там какая-то перегородка. Так, нам стоило бы... Сейчас 5 часов, да? Даже не знаю. Давайте пока что пойдем назад к этой дороге, чтобы от нее далеко не отходить. Я помню, где дом. Но пока что пойдем по дороге, найдем еще один дом. Оп-оп-оп-оп. Есть. Сзади мы его вот так вот вырубили. Это отличненько. Я вот честно говорю. Так, и тихоненько, тихоненько идем к дому. Обходим его вот так вот, чтобы не было зомби. И открываем окно. Ой-ой-ой! Фу-фу-фу-фу-фу. Если бы он нас укусил, это было бы смерть. Я читал, там укус или царапина пополняет ряды зомби. То есть, если нас укусят или поцарапают, то считайте, все, нам капец, зомби нас... Ну, мы превратимся в зомби, да. Так, залезем внутрь. Вот. Так, это мне не нужно. Нет, 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 нет. Тулбаг. Ну, можно взять. Шоколад. Возьмем кастрюлю. Да нет. Холодильник, конечно же, возьмем. Не знаю. Так, ладно, забейте. Все, я знаю. Так. Окей, вот это вот пояс тоже возьмем. Кварц. Давайте тоже возьмем все-таки. Откроем двери, чтобы как бы мы знали, что тут уже все проделано в этом доме. Видите, наверху кровь. Двери нету в доме вообще. Что? А, нет, это даже не наверху кровь, но кровь. Как-никак. Давайте быстренько постараемся. Походу, это какой-то выживший. Тут был. Не знаю, долго ли был он выживший. Дугелбаг. Давайте тоже возьмем. О, йо-йо-йо-йо, да, возьмем, возьмем. А то со скуки и умереть можно. Ну, умереть со скуки нельзя, но просто так говорят. Со скуки и умереть можно. Так, тихоненько, тихоненько.
Все, теперь мне тихонько. Фух. Так. Идем. Воу-воу-воу-воу-воу. Давайте добьем его. Вот. Отличненько. Мы разработали прям тактику, как драться с зомби. Это просто отлично. Он, конечно, нас немножко напугал. Но ничего. Главное, что мы выжили. Если это кто-то долбит мой дом, то нужно его убить. Так как он сломает окно там или что-то другое, потом залезет и хочет нас сожрать. Что, конечно же, будет для нас неприятно. Давайте ложимся спать, ложимся. Фух, и поспим. Идет время, идет довольно быстро. Почти 6 часов утра. Так, теперь нужно будет сейчас все расставить так, как нужно. Идем на первый этаж. Тут где-то должен быть свет, а ладно. Вот так вот сюда. Давайте подойдем вот так вот поближе, чтобы холодильник. Мороженое в холодильник. Молоко в холодильник. Апельсин в холодильник. А клубнику. Это ведь клубника в холодильник. Горох. Холодильник, шоколад, холодильник. Вот так, вот эту вот штучку в холодильник. Это тоже. Себе я возьму то, что не так уж и быстро портится. Айскрим, ну давайте то, что довольно быстро портится, надо. Даже так возьмем. Так, йо-йо, это Flying Guard, Cards, точнее. Вот этот вот сюда сбросим. У меня должен... Да, вот появился. У него целых 30 слотов. Эта сумка просто супер. Так, это сюда. Tall Bag. Это еще одна сумочка. Она на 15 слотов, но я думаю, она мне не пригодится. Так что я Tall Bag сброшу. Ну почему не пригодится? Она как бы пригодится, чтобы больше носить, но я думаю, что тут как бы, ну это будет слишком читерски. Два рюкзака и плюс вот такая вот сумка. Ну это как-то будет даже читерски, скажем так, честно. Я так думаю. Я буду делать так, как бы у меня было в жизни. Так что давайте сбросим сюда йо-йо, эти штучки. Сейчас она быстренько сбросит. Хоп-хоп-хоп. А теперь эту сумку мы сбросим. Да не одну. Я вот сейчас офигею, если оттуда вещи пропали. Не пропали. Drop on. Эта сумка пустая. Ага, значит, эту сумку я могу взять вот сюда вот. Эту сумку я могу сбросить сюда вот. Эту сумку я могу взять вот сюда так вот. И все, и тут будут эти вещи. Да, вот, все. Теперь у меня есть 45 дополнительных слотов. Orange. Это мне с собой нужно. Это нужно. Комп. Айтем. Не, он мне с собой не нужен. Блузка. Ага, мы хотим уже есть. Давайте поедим. Но я не думаю, что масло это как бы хорошая еда. А, минус 30. Ладно, это хорошая еда довольно. Так вот, например, минус 5, минус 15, минус 15, минус 10.
Да, все-таки это хорошая еда. Я забираю свои слова обратно. Тут мы сменим на вот эту вот сумку, точнее, а не на вот этот вот. Вот, и пойдем еще кого-то крошить. А мне бы не помешал топорик. Почему топорик? Потому что мы владеем топором. И к тому же мы можем долбить дерево, а из дерева строить разные. Смотрите. Ай-яй-яй-яй. Вот он как бы и не за мной идет, но он за мной идет. Сейчас мы его. Вот. Отличненько. Просто тактика работает лучше всех. Пойдем вверх. Думаю, пока что да. Сейчас посмотрим по-быстренькому. Что там есть? Да, тут есть домик. Значит, мы шли сюда не зря. Так как сейчас пока что мы не будем отходить ее очень далеко. Так как очень далеко отходить это плохо. Конечно, это закрыто. Двери мне нужны, ладно. Вот этот домик тоже довольно, я так смотрю, безопасен. Он как хижина этого лесоруба из ранней версии. Там довольно безопасно было. Там было мало зомби. Но если много зомби к вам напало, то вам не избежать своей судьбы, скажем так. Climb. Так, тут есть зомби, тут нету зомби. Это будет как бы, значит, мой домик план Б. Тут почти ничего не будет. Тут и так почти ничего нету. Если там мне все раздолбят и все будет плохо, а я выживу все-таки, то я скроюсь тут, да. Close windows. Я буду прятаться в следующий раз в этом домике, если уж меня оттуда выкурят, скажем так. Просто выкурят с собой. Или в этом. Да тут вообще такие маленькие домики довольно прикольные. Там в них можно что-то спрятать. И вообще довольно хорошо. Давайте будем на поготове. Будем готовыми ко всему. Сейчас проверим, что тут есть. Опа, аптечка. Отличненько-то как. Первая аптечка с таблетки для снотворной, короче. Это довольно хорошо. Нет. О, рюкзак возьмем. Так как он будет валяться тут, он у нас не будет отображаться. Но все-таки мы можем взять 8 рюкзаков с собой. И вот так вот носить. Вот. Это не будет читерством тут. Вполне даже. Ну, тут так можно. Да. Тут так можно. Так вот. Отличненько. Откроем, закроем. Закроем окно. Серия снова чуть не на 20 минут. Идет это вообще просто жестоко, друзья. Да, это просто жестоко. Давайте попытаемся выбить дверку. Хотя это заберет много сил, еще зомби услышат. А все-таки оно мне не надо. Да. Пока у меня нет топора, я там дверку не смогу восстановить. Угу. А теперь у меня зомби на пути назад стоят. Придется их
Опа, один увидел. Они видят по-разному, смотрят вон некоторые в разные стороны. А, они услышали, что я убивал того зомби. Ага, я вот так вот сделаю. Этот меня увидел, те меня пока что вроде как не увидели. Я вот так вот вниз пойду, их обойду. Ладно, они меня увидели. Вот так вот сделаем и вот так вот. Все, и мы оттуда выберемся. А, с каждой минутой тут просто становится как бы больше зомби, хотя это не так. Но такое мнение как бы так. Надеюсь, хотя бы орда сюда не придет. Ну, если вы не знаете, что это, орда это там просто сотни. Ну, не сотни, там десятков 5, то есть 50 примерно зомби. Вот так вот. И все в одной куче, и они сразу начинают бежать. Не именно так вот сначала идти к тебе, потом, когда они дойдут, они будут бежать с большого расстояния на тебя. Нет, друзья. Они сразу вот так вот сразу попрут и будут бежать на вас. Ну и я думаю, так как серия уже затянулась на целую 21 минуту, на этом мы, друзья, закончим. Так что всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Всем до скорого, друзья, всем удачи, всем пока.